Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Тина Тернер мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте под Цюрихом, Швейцария. Вместе с ней мир теряет легенду музыки и образец для подражания, говорится в заявлении. Тина Тернер родилась в 1939 году. За артистизм, выдающиеся вокальные данные, получила титул «Королева рок-н-ролла». Также является обладательницей премии Грэмми. В 2016 году у артистки диагностировали рак кишечника. В конце прошлого года сын Тины Тернер найден мертвым в собственном доме. Это произошло спустя 4 года после того, как его старший брат Крейг совершил самоубийство. Известно, что 62-летнего Ронни Тернера нашли мертвым в Сан-Фернандо в пятницу. В полицию позвонили соседи, которые пытались помочь мужчине, но их усилия оказались тщетными. Приехавшая на место происшествия скорая лишь констатировала смерть. Поклонники отмечают, что Тину Тернер в последние годы преследует злой рок. 4 года назад старший сын звезды, Крейг, совершил самоубийство, ему было 59 лет. Последние годы Рональд боролся с тяжелой формой рака.